Да, ребят, мой старый хакерский компьютер настолько стар, что да, приходится видео с телефона писать. Далекий 2008 год. Зашел тут и думаю, чем можно заняться, пока я решил откладывать взлом Пентагона. И понял, что есть разделы на самом святом сайте, самом святейшем. Вот если он рухнет, реально это будет прям все запаникуют. Пока мамусик играет в Одноклассники на супер игровом компьютере по сравнению с этим, то я тут, да, вспоминаю старое, доброе, зачем-то, не знаю, я вообще не играю в игру, но просто прям, эх, было время, господа, когда игры были похожи не то, что сейчас все очень похоже, а когда люди действительно вкладывали душу, когда было все совсем по-другому. Прям какая-то тоска.